Всем привет, меня зовут Майк, вы смотрите мой ежедневный влог Ham with Man, и это один из тех скучных влогов, которые я веду прямо из дома, прямо без всего, без нарезки, без чего-либо вообще. И этот влог будет длиться, я думаю, не больше 3 минут, потому что я сейчас отвечу на какой-нибудь ваш вопрос, который, возможно, добавился в группе, в паблике. Паблик «Спроси Майка». Последняя страница. Это мы читали, Дмитрий Храмов. Привет, Майк. Какой можно купить микрофон на замену Blue Yeti? Просто этот микрофон в моем городе нелегко найти, если только заказать с eBay. И IT он будет долго. Но если ты хочешь Blue Yeti, то заказывай Blue Yeti. А так, любой конденсаторный микрофон. Я не знаю, на замену, но реально он конденсаторный, простой, разговорный для подкастов, грубо говоря. Роман Полупанов. Привет, Майк, ты забросил по штатам и биофакт? Нет, чувак, я не забросил ни по штатам, ни биофакт. Все нормально, все идет своим чередом. И скоро вы увидите выпуски. Анар Сулейманов. Как называется песня в конце каждого влога? Я не знаю, где у меня у влога в конце, но... Песня называется «Хай». Нигде в интернете нету. Сергей Сухушин. Привет, Майк. Мне очень нравится твой канал «Жираф ТВ». Узнаю очень много нового. Это несправедливо, что у тебя очень мало подписчиков. Также я подписан на твои влоги. Успехов тебе. Спасибо, чувак. Я тоже считаю, что это несправедливо, но я очень благодарен тем, кто подписан. В чем суть вопроса? У меня тоже есть канал на YouTube. Я хотел бы использовать музыку группы Checkout в качестве фона. Я буду указывать название композиции в конце видео и в описании. Если ты не против, пожалуйста, расскажи. Пожалуйста, скажи, как я могу с тобой связаться. Если не ответишь во влоге, то напишу в личку. Заранее спасибо. То напиши в личку. Я мог бы не спрашивать тебя, так как YouTube не придирался бы, но я уважаю твое творчество, и поэтому мне нужен твой ответ. Сергей Сухушин. Я разрешаю тебе использовать песни группы Checkout. Ну, да, в описании где-нибудь ссылочку напиши, что все-таки эта песня Checkout. Ну, чтобы люди хотя бы знали, потому что будут тебе потом писать, спрашивать. Поэтому тебе я разрешаю. Глеб Дузенко. Привет, Макс. Мог бы ты написать музыку для моего канала? Прими заявку в друзья, пообщаемся. Да, конечно, чувак. Запросто. Глеб Дузенко, по-моему... Ты уже где-то добавлялся. А может быть и нет. Я не помню. Вот. Ну, на сегодня вопросы закончились. Сейчас я потяну фильмец из нашей кинокопилки. Опа. Опа-опа, Гангам Стайл. Или как там? Очень плохая училка. Очень плохая училка. Фильм с Кэмерон Диаз. Кэмерон Диаз. Отличный фильм. Там, где она потом... Ладно, не буду говорить, что потом было. Суть. Какая же там суть была? Блин, не помню, если честно. Помню, что она хотела себе увеличить грудь. Весь фильм. И там какая-то была любовная линия. Я не хочу открывать Кинопоиск. Я помню, что это классный фильм с Кэмерон Диаз и с чуваком, который играл главную роль в фильме «Чуть-чуть женаты», да, по-моему, так, где... который я тянул не так давно. Короче, кто смотрел, пишите в комментариях, кто не смотрел, я. Вот этот фильм я обязательно советую посмотреть вам. Обязательно посмотрите, поржите, посмейтесь, поплачьте. Но плакать там негде, правда. Вот, и отпишитесь в комментариях. Ну все, друзья, это скучный влог. С вами был Майк, завтра будет... что-то повеселее, я думаю, да я уверен в этом. Все, с вами был Майк. Покеда!